В Национальной библиотеке Чувашии прошла презентация фильма «Венец, принесенный в жертву». Он был создан грузинской кинокомпанией «Цискара» из Кутаиси. На презентации присутствовал продюсер, режиссер, автор «Цискара» Пачулия. «Венец, принесенный в жертву» – первый полнометражный фильм Цискара Пачули. Он выступил в этом фильме и в качестве автора сценария, и режиссера, и продюсера. Цискара Пачули – историк, доктор наук, профессор Кутаисского университета. Фильм посвящен старинной грузинской реликвии – короне, которая считается символом государственности. Как рассказывает создатель фильма, многое сделано на энтузиазме актеров и при помощи меценатов. В Чувашии кинематографисты из Кутаиси приехали по приглашению первой национальной киностудии «Чувашфильм». Две кинокомпании планируют подписать договор о партнерстве и сотрудничестве.